Финансовая пирамида оставила шимкенцев без денег. На этот раз мошенники использовали бренд популярной китайской компании. Организаторы обещали доверчивым жителям сказочные доходы и прибыльные дивиденды. В сети аферистов попались около 40 шимкенцев. Они в течение года вложили 83 миллиона тенге. Подозреваемый в организации «Финпирамида» задержан. Заведено уголовное дело. В агентстве финмониторинга личность обвиняемого не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Жертв «Финпирамиды» может быть больше. Не все пострадавшие обратились с заявлением. Тех, кто уже попался на уловку мошенников, могут сообщить об афере. Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai Trading Group проводится департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент. В настоящее время подозреваемый в санкции суда взят под домашний арест. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разрешению не подлежит. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.